Анастасія Кіндер, дипломований косметолог з медичною освітою, постійно підвищує кваліфікацію, відвідуючи професійні курси, стежить за останніми новинками в індустрії краси і використовує їх в своїй роботі. Чи ж доброго ранку, дякую, що завітали, як завжди гарно зранку, так, і ми зараз будемо говорити про нашу дівчачу красу, да? Осінь, такий перехідний сезон, хочеться бути гарним, і все частіше говорять про пілінг. Отож, перше запитання, що це таке? Що це за процедура? Така страшна, а може ні? Будемо розбиратися далі цьому. Ірина, ви правильно сказали, що відбувається тут слово «отшелушувати», так. Правильно? Отсюда і названня метода, то есть отшелушування верхнього роговевшого слою кожи. Нічого страшного в цьому немає. Це ж не означає, що вона сидять там і шкрябуть. Це ж не так, правильно? Звісно. Хімічний пілінг є, є механічний пілінг. Вони отличаются по способу воздействия на кожу. То есть, если механически он воздействует с помощью абразивных частиц, там, различных щеточек, то химический пилинг с помощью кислоты. Механический пилинг был придуман очень давно, еще в древние века, когда женщины тоже пытались навести красоту, убрать морщины каким-то образом. То есть, есть археологические раскопки, которые показывают нам даже эти предметы, которые... Да? Да, которые женщины использовали для того, чтобы повредить кожу, для того, чтобы пошкрябать, да, и они видели эффект, что потом кожа становится гораздо лучше. Какой эффект? Да, вот такие проблемы вырешает пилинг. Пилинг решает достаточно много проблем. Самое главное, что он решает, это омоложение, из-за чего женщины в первую очередь обращаются к пилингу, да, чем к пластическому хирургу лучше. Да. Поэтому самое главное его воздействие это вот на кожу с помощью своих, в общем, эффект самый главный это омоложение. Также можно убрать рубцы, можно осветлить кожу, убрать мелкие морщины, которые только-только появляются. Химический пилинг провоцирует достаточно много эффектов кожи и улучшает кровообращение, и метаболизм улучшается, и также стимулирует выработку коллагена, который так необходим нам для поддержания молодости. Ну, от хімічно це всім кислотам, правильно я розумію, що це за кислоти? Ну, їх бояться дівчата, тому що я багато теж читала, так? Конечно, это кислоты, которые хорошо обработаны, то есть есть специальная концентрация, кислотность их, pH поддерживается, все в четком равенстве, да, которое необходимо использовать для кожи, для того, чтобы поддерживать ее красоту, молодость, упругость, тургор кожи. И их не стоит бояться. Нужно идти к косметологу и делать эти процедуры, абсолютно не страшно. Вдома ми не можемо їх самостійно зробити, придбати, наприклад, певну ту кислоту, яка нам потрібна, і там сісти вдома, не можемо цього робити. Нет, вдома нежелательно проводить такі процедури, тому що неблагоприятные могут быть последствия. Ведь косметолог, он обучен специально этому, да, и косметолог знает, сколько нужно времени продержать, сколько нужно нанести ту концентрацию именно той кислоты, которая необходима, это будет монокислота или же много кислот, которые необходимо нанести на кожу, поэтому и как нужно нанести, как ухаживать за кожей после, то есть только косметолог расскажет об этом, потому что у каждого типа кожи есть свои, есть свои пилинги, которые можно, которые нельзя, каждый пилинг имеет свою кислотность, свой pH, который подходит той или иной коже. То есть молодой или более пожилого возраста, да, или же в зависимости от типа кожи. Щодо віку, з якого віку варто починати робити пілінги? Тому що можна ще 18 піти, а можна 50 вважати, що зарано. Який оптимальний пілінги, вік? Пілінги в різному возрасті можна робити. Ведь хімічний пілінг не тільки на омоложення, но і на лечення угрівої болезни. Тобто їх роблять навіть підросткам. Не обов'язково біжати к косметологу для того, щоб там, ну, делать этот пилинг, там, я не знаю, там, в 15 лет на омоложение, да, то есть все должно быть по показаниям. Если же это угревая болезнь, опять-таки, подростки, или же там поздняя угревая болезнь, это может быть 25-30 лет, или же на омоложение, на осветление кожи появилось какое-то пигментное пятнышко в 20 лет и в 40 лет. Но пилинг, он не страшен для использования,
Но обязательно нужен постпилинговый уход, предпилинговый и постпилинговый уход. Что это? Что вы имеете на увазі? Який має бути цей уход? І я читала, що не варто робити в сонячну погоду, і після пілінга не можна, наприклад, тиждень виходити на вулицю для того, щоб потрапляли сонячні промені на обличчя. Це міф чи правда? Якщо міф, давайте розвінчаємо його. На самом деле, действительно, є предпілінговий уход у многих процедур, різні методики є проведення самої процедури. Предпилинговый уход – это постепенное введение кислоты на кожу, то есть адаптация кожи к вот этой вот кислоте, неважно какой. То есть это могут быть АХА-кислоты обычные, фруктовые, или же там монокислоты, которые, ну вот, салициловая кислота, которая как бы бактерицидная больше и используется для лечения там угревой болезни. Обязательно нужно хотя бы за неделю, как минимум за неделю, постепенно ввести кожу. Для этого есть специальные крема, маски, которые в своем составе держат. Ну, это тоже рекомендую имеют... косметолог, правильно? Да, конечно, конечно. Для этого необходима и консультация с косметологом. Да. Раньше, так, что я хочу пилинг, сделать мне его сегодня, да, правильно? Сделайте мне его сейчас. Желательно так не делать, потому что многие приходят, говорят, действительно, да, вот сделайте мне сейчас, я хочу сегодня. Но нужно подготовиться. Подготавливать кожу. Иначе для кожи это стресс. Кожа дает сухость, кожа может покраснеть, и плюс могут быть аллергические реакции. Поэтому косметолог и существует для этого. Да, есть процедуры, которые позволяют определить, есть ли у человека аллергия на этот пилинг или нет. Просто так эту же кислоту, которую мы будем использовать, можно аккуратненько за ушком помазать или же на внутреннюю поверхность руки. Тогда можно увидеть, есть ли покраснение, как кожа реагирует. То есть на более нежные участки нанести, и тогда будет видно. А постпилинговый уход обязательно нужно использовать солнцезащитные крема. Обязательно. При любом нахождении там дома, или же мы находимся на улице, или же где-то на жарком курорте. На жарком курорте это вообще просто аксиома должна быть использовать только солнцезащитные крема высокого степени защиты, то есть SPF там 30-50 и выше, каждые 2 часа его смывать и обновлять. А дома, даже если мы сидим с телефоном, все равно мы получаем это излучение. Все равно, ну, если мы хотим убрать полностью пигментные пятна или же сделать свой пилинг настолько эффективным, чтобы не было ни одного пигментного пятна и действительно, чтобы он подействовал, то нужно обязательно использовать солнцезащитный крем. Даже самый минимальный SPF. Да, обязательно. А якщо там макіяжу повсякденного, це все можна буде після пілінгу чи ні? Чи варто якусь перерву зробити? Да, хоча б дня 3-4, в залежності від виду пілінгу, звісно, желательно зробити перерив. А все ж чи є протипоказання? Есть, конечно. Противопоказания есть обязательно у каждой процедуры. Самое главное – это беременность, лактация, периоды обострения там, кожных заболеваний каких-то. Также это инфекционные заболевания, герпес в стадии обострения. Да и вообще при герпесе лучше не делать, потому что организм достаточно реактивен и очень может неадекватно ответить на введение какой-то кислоты. Также атрофические какие-то рубцы, склонность к килоидным рубцам. Также это могут быть псориаз, ну и много других заболеваний кожи, при которых нежелательно делать. Да, Ну от ви кажете, що пілінг це на омолодження, але кажуть, що якщо ти його робиш, але це таке як ганчірочка потім, ну от тому що начебто вбиває його пілінг. Це міф чи правда? Чи ні? Ну, ви знаєте, на самом деле я не видела ніколи результату кожи, от як ганчірочка. Ні, кожа становиться дуже красива, з красивим тургором, еластична, обновляється епідерміс кожи, тобто ми провоцируємо вот это вот отшелушивание быстрее, да? Что еще нужно? Очень хороший эффект дает пилинг, и на самом деле кожа достаточно красивая, сияющая изнутри, прекрасный внешний вид имеет, тургор, эластичность, упругость кожи улучшается, ну, раза, наверное, в 2, а то и в 3. Убирает мелкие морщины, пигментные пятна, ровный рельеф, красивый цвет кожи. Вообще, уже мрия, да. Кожная жінка. Про что еще мрия? То есть в жовтні ось можно починати робити цим заниматься? Да. На
наостанок традиційне питання – цінова політика. Ну, тому що це важливо для кожної дівчини, щоб зараз розрахувати свій бюджет. Ці лінги не настільки дорогі. Недорогі, ні, так? Абсолютно недорогі процедури, да, їх потрібно ні одна, ні дві. Їх потрібно хоча б як мінімум шість. Ого. Ну, є процедури, які дозволяють робити пілінг раз в місяць. Є методики, які дозволяють пілінг робити раз в дві неділі. Не обов'язково це робиться кожен день і кожну неділю. Ми даємо кожі віддохнути в будь-якому випадку. Ми даємо кожі відновити свої свойства, свій pH. І для цього є різні види пілінгів, тому можна використовувати. Це дуже недорого і ефективно. Дякуємо вам. Отож, красивими бути можна. Не треба боятися пілінгів, як про це пишуть в інтернеті. Нас Анастасія Кіндер, косметолог, переконала в тому, що це варто робити для того, щоб виглядати гарно. Я вам дякую. Гарного вам продовження дня.